7 по 9 сентября юные хоккеисты «Сокола» 2008 года рождения под руководством Игоря Михайлова примут участие в турнире памяти Дмитрия Мухарева в городе Великий Новгород. Турнир проводится третий год подряд в память о новгородце, профессиональном хоккеисте-вратаре Дмитрии Мухареве. Он выступал во второй лиге, играл в Финляндии, тренировал детей в хоккейном клубе «Динамо» Санкт-Петербург. В последние годы играл в хоккейной лиге города на Неве. На домашней площадке Ледовом дворце «Айсберг» команда «Йети» примет 5 дружин. Петербургский «Гудгол» и «Питер», новочебоксарский «Сокол», Череповецкую «Северсталь» и «Айсберг» Нижегородской области. Желаем нашим юным спортсменам показать достойный результат и одержать победу.